Большая стройка в микрорайоне Бахчеванжи продолжается. Здесь с нуля возводят котельную. Объект коммунальной энергетики, мощность которого более 25 мегаватт, должен обеспечить теплом и горячей водой весь жилой фонд и социальную сферу. Помимо ввода котельной, планируется заменить порядка 6 километров теплотрассы. Ход строительства проверил глава округа Андрей Булгаков. В данный момент выполнено порядка 80% работ по устройству наружных инженерных сетей. Смонтированы здания котельной, дымовая труба. Продолжается установка оборудования. Котельная сама у нас 25,4 мегаватта, то есть вот этот самый большой у нас котел 5,4 мегаватт. Остальные все котлы 5 мегаватт. На совещании, которое прошло в формате выездной администрации, были рассмотрены и другие важные для микрорайона вопросы. Один из них – ремонт здания на Беляева 5А. В данный момент завершаются работы на первом этаже здания. Ранее, чтобы обратиться в МФЦ или Мособл ЕРЦ, жителям Бахчеванжи приходилось ездить в соседние микрорайоны. После окончания ремонта их офисы планируется открыть в этом здании. Также на Беляева 5А будут работать приемная управляющей компанией «Жилищник» и местная организация Совета ветеранов. Вопрос ремонта не только этого здания, но и другого важного социального объекта обсуждался на совещании. В этом году по муниципальной программе планируется отремонтировать кровлю школы номер 13. Зимой были обнаружены протечки. С родителями учеников, руководством и коллективом учреждения глава округа обсудил этот и другой волнующий их вопрос – капитального ремонта всего здания. Здесь его не проводили с момента постройки – 46 лет. Ранее в школе уже заменили большую часть окон, отремонтировали пищеблок, однако сегодня требуется обновление и инженерных систем, и учебных помещений. Было принято решение подать заявку на проведение капитального ремонта. Мы делаем однозначно кровлю, потому что вот это все, что мы видели сейчас, за исключением коммуникации и прорывов, да, это все из-за кровли. Загрузили эту школу вместе с школой Монина, приоритетную, значит, для капремонта по президентской программе. Андрей Булгаков обсудил с жителями микрорайона и тему благоустройства. В следующем году во дворах домов номер 2 и 4 планируется провести комплексные работы. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.